Привет! Давай посмотрим, как начать работать с Docker. В данный момент у Docker есть два варианта использования – Community Edition и Enterprise Edition. Первый – это набор бесплатных продуктов, второй – это сертифицированная и поддерживаемая контейнерная платформа для предприятия, которая включает в себя расширение по управлению хранением, безопасностью и оркестрацией. Она уже стоит денег. Решение по оркестрации контейнеров есть не только у Докера. Мы об этом поговорим позже в этом курсе. Здесь, в этом курсе, мы будем работать с Community Edition. Эта редакция доступна на Linux, Mac и Windows. Также она доступна на облачных решениях, вроде GCP и AWS. В демо мы посмотрим, как установить и начать работать с Docker на машине с Linux. Если ты на Mac или Windows, есть два варианта. Первый – установить виртуальную машину с Linux при помощи VirtualBox или какой-то другой платформы виртуализации, а потом выполнить шаги из демо, который идет после лекции. На мой взгляд, это самый простой вариант начать с Docker. Второй вариант – установить Docker Desktop для Mac или Windows в соответствии с твоей системой. О различиях Docker для Mac и Windows я расскажу в конце курса, так что если ты выбрал второй путь, посмотри нужный раздел. Теперь давай перейдем в демо, где мы посмотрим, как установить Docker на Linux.